Ну, не получилось. Игра в атаке. Как бы немножечко не доводили моменты до логического завершения. Вот в этом плане, наверное, сегодня и не получилось. А так по самоотдаче и по вообще по игре к ребятам вопросов никаких. Просто очень тяжело играть с самолета только. Поэтому, в принципе, конечно, игра была до первой ошибки. Мы ее и совершили. А свои моменты, которые были, их было не очень много, но были, мы не реализовали. Ну, довольно-таки эмоциональная игра. Если брать первый тайм, были моменты, не реализовали. Во втором тайме также создали пару хороших моментов, но один мяч решил исход встречи. Хороший дальний удар Большунова. И пришлось перестраиваться сразу, на 4 защитника переходить. Орел пошел ва-банк, можно сказать. Такая пошла игра. Они, могу сказать, все игры играют до конца. Навал пошел, выпустили еще высоких игроков. Навал пошел, перестроились вовремя. И, в принципе, сыграли уже по счету, по результату. Довели встречу до логического завершения, то есть до победы нашей.